Детский взгляд на недетские проблемы. Эти школьники писали о том, как представляют себе взрослую жизнь. В сочинениях на тему «У Саратова большое будущее» они предлагали свои варианты решения самых злободневных проблем города. Сочинения были очень хорошие. Сочинения, надо сказать, достаточно взрослые, продуманные, зрелые, где отражается очень много вопросов, которые касаются не простой и не детской жизни города Саратова. Выбрать лучшее сочинение, по словам организаторов, оказалось непросто. Из 50 участников до финала дошли только 15. Интригу организаторы решили сохранить до конца. Они вручили всем школьникам подарки и только потом назвали тройку призеров. Первое место заняла ученица 8 класса Екатерина Житкова. Тема ЖКХ показалась девушке очень актуальной, и она сразу решила поучаствовать в конкурсе. В разных сферах Саратов развивается. Там строятся новые здания, хорошая там у нас медицина, в культурном плане вот парки различные. В подарок школьница получила ноутбук, а родители юных талантов отметили благодарственными письмами. Всем женщинам в преддверии праздника вручили цветы и сделали музыкальный подарок. Золотые руки, руки женщины. Александра Сидоровнина, Валерий Богословский, новости, телеобъектив.